Всем привет! С вами канал Виртуальный музей ретротехника. Сегодня у нас на обзоре портативный радиоприемник Альпинист РП-221. Выпускался с 90 года на Воронежском ПО «Полюс». Радиоприемник представляет собой двухдиапазонный длинных и средних волн супергетеродинный переносного типа второй группы сложности с питанием от батарей или электрической сети 220 вольт через выносной блок питания. Питание от четырех элементов типа А343. Радиоприемник Альпинист РП-221 является копией выпускавшегося с 1986 года серийного радиоприемника третьей группы сложности Альпинист 321. Технические характеристики есть на сайте Ретротехника, ссылку оставлю в описании. А вам спасибо за просмотр. Пока!